Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Периандр. Периандр – правитель Кариб в период примерно от 625 до 584 года до н.э. Периандр оказывал покровительство художникам и поэтам, в частности Орион, создателю жанра дифирам. Во время царствования отца Периандра Кипсела, а также самого Периандра, коринфские расписные вазы стали известны по всей Греции, и их начали экспортировать из Коринфа, особенно интенсивно в западные колонии. Периандр поддерживал торговые связи с Египтом. Геродот описывает современный ему Коринф как город, в котором в равной мере процветает культура и коммерция. Плутарх выбрал двор Периандра местом действия для своего пира семи мудрецов. В пятой книге «Описание Эллады» Павсаний рассказывает о знаменитом сундуке Кипсела, украшенном золотыми и костяными рельефами с изображениями мифологических сюжетов. Надписи на этом сундуке, посвященному Периандрам отцу, были сделаны «ходом быка», в кавычках, архаическим способом написания, когда текст читается то слева направо, то справа налево через строку из Википедии. Античная традиция причисляет Периандра к семи мудрецам. С их именами связывают рождение древнегреческой философии. Вот некоторые мысли, высказывания Периандра, которые дошли до нашего времени, обдумывая все заранее. «Будь готов умереть за Отечество, что обещал, то исполняй. Допустив ошибку, исправляй ее. В счастье будь умерен, в несчастье разумен. Ничего не следует делать из-за денег. Корысть мерзостна. К друзьям и в несчастье будь неизменен. Несчастье свои скрывай, чтобы не обрадовать своих врагов, наказывая не только за проступок, но и за намерение. Кто хочет управлять спокойно, пусть охраняет себя не копьями, а всеобщей любовью. Усердие – все. Сдерживай гнев. Наслаждение – бренно. Честь – бессмертно». Ну, так вкратце о Периандре, правителе Коринф. Пока-пока, до свидания.